Косметический ремонт в доме – это особенно важное событие для жильцов многоквартирного фонда, где ремонта не было давно. В микрорайоне Чкаловский очередь по приведению в порядок подъездов дошла до четырехэтажного дома 5 на улице Циолковского. В первом подъезде ремонт провела обслуживающая этот адрес управляющая компания ЕДС «Щелково». На сегодняшний день здесь заменено две двери, укладка плитки внизу, замена светильников, замена радиаторов и покраска, шпаклевка, покраска стен и потолков, лестничных маршей. Произведенный ремонт проверили представители областной и муниципальной представительной власти, депутаты Николай Черкасов и Анатолий Андронов. В целом они положительно оценили выполненные работы, но предложили устранить ряд недоделок. Внимание ответственных лиц из управляющей компании было обращено на недостаточно аккуратную покраску стыков дверей и стен, проведенную без использования малярного скотча, неубранную застывшую споклевку и краску на полу, а также на оборудованные шкафы для слаботочной проводки под системы связи. Жителям, конечно, хочется, чтобы были аккуратно покрашены все дверные косяки, чтобы на полу не оставались разводы от краски, которая использовалась в ходе ремонтных работ. То есть элементарные вещи. Ну и сегодня еще один вопрос возник, и который уже не первый раз мы поднимаем, это взаимодействие с провайдерами. Депутат Черкасов подчеркнул, что шкафы на лестницах, где размещены слаботочные провода, содержатся в неудовлетворительном состоянии и не закрыты на замки. Мы требуем, чтобы слаботочка, как минимум, все это было заложено в короба, закрыто от доступа, но пока не удается этого добиться. Я думаю, что вот общими усилиями, исходя из той позиции, которую занимает администрация, я думаю, люди тоже будут не против с тем, чтобы все эти шкафы были закрыты и доступ провайдеров осуществлялся именно санкционированно. Депутаты отметили, что вопрос взаимодействия с фирмами-провайдерами по оборудованию шкафов и коробов для проводов подъездах многоквартирного фонда необходимо решать в отношении и других домов в округе. А по всем недоделкам в подъезде по Циолковского 5 в ближайшие дни будут произведены необходимые работы. Проверить их результаты депутаты приедут 1 августа. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.